Завтра воскресенье. Завтра же дел много. Еще на выборы надо успеть. На выборы она собралась, ишь ты. То без тебя там не выберут. Кандидаты завтра вечером рыдать будут, крокодили и слезы лить. Ой, Люсенька, не пришла, не проголосовала. Как же мы теперь без ее голоса поймем, кто у нас президентом будет? Ты сказал, выключи будильник, сейчас же, политик. Спим завтра. Товарищ, откройте дверь. Какого черт принес, а? Вас разорвало всех. Здравия желаю. Здравствуйте. Генерал Бойко. Пришли забирать вас в армию. Какую армию? Мне 52 года. Отлично. Призывной возраст подняли до 60. Кто поднял? Как кто? Президент? Вы же сами за него голосовали. Да ни за кого я не голосовал. До свидания, дядя. Пап, дай мне 4 миллиона. Мне в школе на охрану сдать надо. Подожди, сынок, сейчас я у мамы спрошу. Пап. Еще форма какая-то дебильная. Люсь, я... Так... Это что еще за хрен? Я вообще-то гений передержки. Кто? Ну ты чего? Сегодня по закону любая семья должна брать гений на передержку, тех, которых партнер оставил. Ну, неделя осталась. Если он никого не найдет себе в пару, тогда тебе придется с ним быть. Закон есть закон. Послушайте, мне кажется, нам нужно с вами очень серьезно поговорить. Я пытаюсь тебя понять. Я пытаюсь тебя понять. Внимание! Количество посещений туалета ограничено. Внимание! Количество посещений туалета ограничено. Дай мне 4 миллиона, мне не надо. Владимир! Поясница. Ты прикинь. Вот и вот. Я тебя успокою. Господи, ты чего? Чё, на выборы вставай быстрее, чё? А то поздно будет. Давай, Люся, давай!